В главных ролях Карина Андоленко, Марина Васильева, народный артист Виктор Сухоруков, а также заслуженный артист России Василий Мищенко. В фильме активно задействованы профессиональные актеры Оренбургского драматического театра имени Горького, а также жители Оренбуржья. Снимать будут в разных точках Оренбургской области, в частности, в Солилецком городском округе, в Саракташском районе, куда режиссер вернется, потому что именно там он снимал свой фильм «Русский бунт», а он тоже там будет проходить такая серьезная съемка, очень фактурная, к слову, съемка, и, конечно, город Оренбург. Что касается участников оренбургских, кастинг пройден успешно, все проинформированы. Напомним, кастинг на участие в фильме «Сарматы» проходил в Оренбурге в 2018 году в рамках 11-го международного кинофестиваля «Восток-Запад. Классика и авангард». Оренбуржцы станут участниками массовых сцен. Это уже третья кинолента, снятая Александром Прошкиным на территории нашего региона. Мэтр запечатлел Оренбуржье в исторической драме «Русский бунт» и в боевике «Трио». Теперь в историю кинематографии и оренбургскую фильмографию режиссера войдет еще одна лента о жизни сарматских амазонок.